Сегодня республиканский избирком зарегистрировал первого кандидата на должность главы республики. Это Александр Мяхар, выдвинутый региональным отделением партии «Роста». Александр Мяхар прошел так называемый муниципальный фильтр. Все подписи были проверены, остальные документы также оформлены правильно. Члены республиканской избирательной комиссии единогласно зарегистрировали его кандидатом на должность главы республики. Председатель комиссии вручил Александру Мяхару удостоверение кандидата. Теперь он вправе вести полноценную избирательную кампанию. 25 числа избирательной комиссии завершился прием документов на регистрацию от кандидатов на должность главы Республики Хакасия. В течение 10 дней избирательная комиссия должна проверить эти документы на соответствие их законодательству. То есть 4 августа предположительно будет известен окончательный список кандидатов, которые будут включены в бюллетень для голосования на выборах главы республики. Максимально кандидатов на должность главы может быть четверо. Все они сдали документы на регистрацию. Это Виктор Зимин, Валентин Коновалов, Александр Мяхар и Андрей Филягин. Остальные 5 претендентов не сумели представить документы, необходимые для регистрации.